технологии 2017 года, прогнозы Вала Афшар. Вала Афшар, цифровой гуру в Salesforce, заявил, что в 2017 году стартапы на основе машинного обучения будут иметь бурное экономическое влияние. Кроме того, чат-бот будет главным потребительским приложением в течение следующих 5 лет. Еще одно предположение заключается в том, что к 2020 году 30% всех покупок будет осуществляться через интернет-сообщество.